Народные приметы ноября. Ноябрь – последний месяц осени. В народе он имеет название листогной. С деревьев осыпается листва, в воздухе пахнет сыростью, возможно, заморозки, мокрый снег и слякоть. По народной пословице, в ноябре зима с осенью борется. Все вокруг готовятся к зимнему сну. Небо становится пасмурным. Все реже появляется солнышко. С помощью растений, животных и различных природных явлений можно спрогнозировать будущую погоду. Для этого существуют народные приметы ноября, которые составлялись и проверялись на протяжении многих столетий разными поколениями людей. Приметы о погоде в ноябре. Какая погода в ноябре, такая и в апреле будет. Ясная безоблачная погода в ноябре – признак скорого понижения температуры. Продолжительные и сильные похолодания в ноябре к суровой зиме. Если в начале ноября выпал снег, к ранней весне. Много снега к богатому хлебу. Ноябрь сухой и ясный для следующего года опасен, неблагоприятен для будущего урожая. В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать. Приметы о природе в ноябре. Если в ноябре многие деревья не сбросили листья к долгой зиме, комары в ноябре быть мягкой зиме. Многие утки остаются на зимовку, зима ожидается теплой. Чем ближе появляются зайцы у селений, тем холоднее будет ноябрь. Народные приметы по дням. 1 ноября. Если в этот день холод и снег, весна будет поздняя и холодная, если оттепель – теплая. Если в этот день мороз, к оттепели на Дмитрия Солунского, 8 ноября. Затяжные западные ветры к длительным осадкам, 2 ноября. Если в этот день первый снег выпал на сухую землю, а деревья не сбросили листья полностью, то снег скоро сойдет, 3 ноября. Подул юго-восточный ветер к потеплению и осадкам. Если первый большой снег выпал так, что свешивается с крыши, он обязательно растает. 4 ноября. Южный ветер дует несколько дней подряд к снегу. Если в этот день небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. 5 ноября. Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то ожидайте непогоды и дальше. Если в этот день дождь, к обильному урожаю следующего года. 6 ноября. Продолжительный северный ветер предвещает снежную метель, притом снег будет крупным. Ветер подул после длительного затишья к снегопаду. 7 ноября. Ветер завывает к сохранению текущей погоды еще на несколько дней. При закате цвет солнца золотисто-бронзовый – к плохой погоде. 8 ноября. Багряная заря в этот день – к ветрам. Если день со снегом, то и Пасха со снегом. 9 ноября. В течение нескольких дней происходит резкое изменение силы ветра, дующего в одном направлении – к осадкам. Примечают, какова погода в ноябре, таков и май. 10 ноября. Иней на деревьях к морозу, туман к оттепели. Иней ночью к бесснежью днем. 11 ноября. Иней ночью к бесснежью днем. Облака плывут низко к стуже. 12 ноября. Ветер длительное время дул в одном направлении, потом изменил его на обратное, к сырой погоде. Домашние птицы прячут голову под крыло к холодам. 13 ноября. Солнце закатывается за густую тучу с пурпурной окраской на востоке к осадкам. Свистит снегирь, скоро будет зима. 14 ноября. Снежный день обещает будущей весной большой разлив. Если в этот день тепло, то и зима теплая будет. 15 ноября. Облака против ветра плывут к снегопаду. Небо тучами затянуло к оттепели. 16 ноября. Ночью звезды искрятся и ярко блестят к морозу. Ночью был иней к улучшению погоды. 17 ноября. Выпадет снег в новолуние, скоро растает. Тучи опускаются вниз к непогоде. 18 ноября. Месяц в тусклой дымке к затяжному ненастью.
Молния зимой к буре. 19 ноября. Заря поднимается над слоем облаков к сильному ветру. Если стоит на улице безветрие, к скорым морозам. 20 ноября. Тучи показались с северной стороны, оттепели не быть. Если день богат снегом, то и вся зима будет снежная. 21 ноября. Ясная погода обещает морозную зиму. Если дождь, то будет мокро до Николы. 19 декабря. 22 ноября. Иней на деревьях к морозам, туман к оттепели. Облачная снежная погода предсказывает ненастный май. Иней – урожай овса, дождь – урожай пшеницы. 23 ноября. Если день начинался большим туманом, то ждите оттепели. Иней на деревьях к морозу. 24 ноября. Если в этот день сырость или снег, быть оттепелем до 4 декабря. Если день теплый, то зима будет теплая. Если же холоден, то и вся зима будет холодная. 25 ноября. Воробьи перелетают стайками с места на место перед сильным ветром. Воробьи расчирикались к оттепели. 26 ноября. Ясное небо к морозу, а падающие звезды к усилению ветра. Если ветер поменял направление и усилился, следует ждать метели или снегопада. 27 ноября. Иней к урожаю овса, дождь – пшеницы. Иней на деревьях к морозам, туман к оттепели. А если ночью был иней, днем снег не выпадет. 28 ноября. Солнце при восходе красноватое, к метели. Если выпал снег, то он уже до весны не растает. 29 ноября. Если стоит ясная безоблачная погода, признак скорого похолодания. Облака низко по небу плывут, к морозу. 30 ноября. Хорошая погода к хорошей зиме, плохая погода к плохой зиме. День солнечный, зима солнечная. День пасмурный, зимой солнца не ждите. Осиновые листья ложатся лицом вверх к студенной зиме. Коли изнанкой кверху, зима предстоит теплая. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.